И всем привет, ребят, с вами старайтесь свой новый ролик. Сегодняшний видеоролик посовещен нашей новой мини-игре. И сегодня вместе с вами мы будем делать первые шаги, будем делать первое прохождение. Я, честно, еще ничего не открывал, сразу зашел и сразу же спешу для вас записывать данный замечательный контентик на предыдущем видосе. У нас была цель набрать двухсоточку лайкозавров, чтобы уже сегодня, в первый день старта этой мини-игры, на 10 миллионов кристаллов я сделал закупочку конфет и сделал прохождение на эту сумму. Вы набрали даже более 200, около 250 лайков. Но это значит, что сегодня мы эти 10 миллионов взбадриваем и Ходим, тушим первые шаги в рамках новой мини-игры. Если вы ждали этот видеоролик, то обязательно поддержите данный видос лайком, не забывайте подписываться на этот канал, ну и, конечно же, не забывайте участвовать в розыгрыше на 3 миллиона кристаллов на 20 тысяч танкоинов. Для этого настройка игры в аккаунтике установить мой личный так, так темп, дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заполняйте форму, которая есть в описании. Что касаемо мини-игры э, и нового челленджа для вас, то в рамках этого видоса мы сделаем плюс-минус такую же цель. Только нужно набрать за сутки 250 лайкозавров. Если мы успеваем набрать эту цифру, то я делаю покупочку еще на 10 миллиончиков. Поэтому, друзья, делаем максимальную прожималову. Делаем максимальный контакт. Ну а я открываю магазин и Прислушиваюсь к вашим комментариям. Я вчера на этот момент особо внимания не обратил, а вы мне в комментариях очень в большом количестве написали о том, что покупать-то леденцы надо по 3, а не по 7. И в моей голове вообще не укладывается, почему все сделано именно так. Почему меньшее количество леденцов стоит дешевле, чем большее количество. В моем понимании должно быть так. 3, 5, 10 и 10 за 600. Тысяч, то есть, чтобы это было выгоднее, чем покупать меньшее количество. А тут у нас сделано просто наоборот, что ты покупая 3 э, леденца, три конфеты, э, тратишь кристаллов меньше. И соответственно, за э, 10 миллионов кристаллов, у нас есть возможность э, приобрести уже не около 100 леденцов, а у нас есть возможность вместе с вами приобрести целых. 150, то есть 15 ходов мы сегодня вместе с вами сделаем, плюс ко всему прочему у нас появились миссии, которые я сегодня постараюсь все втушить, выполнить, да, хэллоуинские как раз таки со сладостью и гадостью, здесь в сумме можно заработать 210 э -э конфет дополнительных, ну и если сегодня мне удастся все это дело оформить и выполнить, то... И здесь еще каждую, за каждую миссию по конфетке. То есть еще 9 конфет можно каждый день лутать. То я завтра уже тушану этот контент. Ну и если лайкозавры наберутся, то еще сверху мы на 10 миллионов сделаем закупочку. Потому что контейнеров у меня довольно много. Все это у сделаю. Ну и еще 10 лямов готов я в эту движуху потратить. Потому что призы интересные. Ну и для вас, для контента, я думаю, что это было бы очень и очень интересно в целом. Все. Больше мы ничего тянуть не будем. Делаем закупочку на 10 миллиончиков. По вот так вот комплектикам у меня должно остаться 4 ляма 242 тысячи кристаллов. Поехали. 4 ляма 240 тысяч кристаллов. Работочку делаем. Так, главное, чтобы у нас здесь ничего не убегало. И чтобы я четко по этим трем леденцам работу оформлял. Возможно, сделано так, чтобы мне было типа лень кликать больше, либо это сделано для тех, кто особо не разбирается в математике. Да, не знаю, почему так именно цены сделали. Но в любом случае, нам не сложно покликать. Нам не сложно баблицу это втушить. И забрать свои. Призочки контентовые, при том, что я очень сильно надеюсь, что мне 15 как раз-таки хватит до хотя бы второго чекпоинта. Если до второго чекпоинта дойдем, то будем считать, что это очень и очень вкусная движуха. Так, э, леденцы, леденцы, леденцы. У нас должно остаться сколько там 4 ляма? 200, да, если я не ошибаюсь. 4 ляма 200 у нас должно остаться еще 4 миллиона. Нифига себе очень быстро кристаллы улетают, очень быстро кристаллики уходят. У нас остается уже 7 лямов 400 кри. Ну и я надеюсь, что сейчас эти конфеты мне сразу начислятся, и не надо будет ждать никакое дополнительное время, потому что если я буду вынужден потратить еще какое-то дополнительное время на все это дело, то будет немножечко грустно. Так, 5 800. Довольно быстро, если честно. Я думал, что подольше будет э, все это закупалово происходить. Остается сколько? Три комплектика. Раз, два, и три. Все. Вроде как 10 миллионов мы в эту движуху втушили. Вот так вот вы быстренько прожали лайкозавры. Я сделал контент на втушилову. Ну и теперь открываем мини-игру. И да, 150 конфет, все верно. На как раз таки 15 ходов у нас есть. Смотрим за призами, какие мы можем вообще здесь призы лутать. Мы можем лутать танкоины, контейнеры, кристаллы. Ну и расходку каждой по единице. Посмотрим вообще, насколько много припасов будет здесь давать. И насколько вообще это будет дело выгодно. Все, делаем запускалову. И полетели. Красочка есть, плюс один. Uh, плюс двоечка сразу на ход ноги. Хорошо, хорошо, плюс двоечка рабочая. Плюс единичка, хорошо, летим, летим. А, тут ходов, кстати, меньше. Было же 23 хода. Сделали здесь меньше ходов. Блин, я испугался. Написано было бу. Я думал, что меня откинет назад. Плюс двоечка. Плюс двоечка, и не откидывает. Плюс единичка. Хорошо, идем. Еще, плюс единичка. Пока что ни одной откидывала не было. Но нам надо плюс двоечку. Нам надо плюс двоечку, либо плюс троечку, чтобы была возможность... Опачки! Все, понял, вопросов нету. Первая минус пятерка словили. Первый минус пятачок имеется. Ну и просто по единице дает. Походу мне на основе здесь вести не будет. По ощущениям плюс двоечка залетает. Плюс единичка. И знаете, что мне не нравится еще в хэллоуинской мини-игре? Что здесь не видно, где ты можешь э, откинуться назад, а где тебя не откинет назад. И вот этот момент мне очень сильно не нравится, но по, по итогу у меня остается 6 прыжков. И у меня 5 прыжков. Не откинет? Ух, не откидывает. 5 прыжков за 15 ходов. Э, то есть сколько я планет перепрыгнул? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один. 12. Вроде как 12 12 э, островов за 15 ходов. Пока что начало, если честно, плохое. Плохое. Даже я бы сказал, наверное, очень плохое начало. Ну и по призам, что здесь у нас имеется? 40 танкоинов, 4 контейнера, 4000 кристаллов, э, 100 д100 ДА ддшек, 50 ремок. Но в целом, наверное, не так плохо. Да, то есть, то, что у вас есть возможность зафармить танкоины даже какую сотку, халявную сотку, да, то есть вы же выполните заданки, и вы первый круг точно пройдете. Но я считаю, что это хорошо. Для моего без доната 2.0, так это точно супер бабловая тема, и этому моменту я точно буду рад, да. Ну а что касаемо основного аккаунта, конечно, за 10 миллионов кристаллов не пройти даже один чекпоинт, я считаю, что это очень и очень плохой результат. Но, как я уже сказал вчера. Я потрачу все кристаллы. Да, потому что ну, мне не на что их копить. Да. То есть сейчас в ближайшее время никаких мини-игр не будет, никаких дополнительных э, ивентов там, или еще каких-то вещей, куда мне нужно тратить кристаллы. Мне не надо. Да, расходка у меня есть, все у меня есть. Поэтому 250 лайков, ребячки. Делаем за сутки. Я открываю просто максимально большое количество контейнеров. И по 10 миллионов делаю еще врывалову. Ну и за сегодняшний день постараюсь выполнить все супермиссии, чтобы уже завтра вдать их всех сюда, в эту замечательную мини-игру. Если вы будете ждать этого всего дела, то обязательно проявляйте максимальную активность на данный видос. Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Ну и пишите, за сколько ходов, где вы уже находитесь, сколько вы планет прошли будет тоже очень интересно почитать все это дело. Поддержите данный видеоролик максимальной активностью. Ну а у меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.